Всем привет! Сейчас мы будем играть в игру под названием Sleeping Dogs. Она чем-то напоминает GTA. Ну, начнем. Я давно хотел в нее поиграть, потому что игры серии GTA мне очень сильно нравятся. Ну, давайте посмотрим. Я ее только что скачал и даже не играл в нее ни разу еще. Поэтому я сейчас буду тупить и нубить. Ну, графана довольно качественная, я бы сказал. Мы как это пропустить? Я не хочу это слушать. Окей. Как там вы Да, это, к сожалению, пропустить нельзя. Ну, в общем, действие происходит в Гонконге. Мы играем за полицейского, который находится под прикрытием. Надо внедриться в доверие в одну очень опасную группировку бандитов. Look, I can get you 3-4 keys a week if you want. Howdy. Ух ты. Тут что-то интересное происходит. Этому желтому сейчас тесаком просто отрубили башку почти. Я так понимаю, сейчас должна начаться какая-то миссия. Мы так бежать тут, зажав пробел, можно. Сейчас я сделаю немножко управление под себя, потом чувствительность мышки слишком маленькая. А, где она? А, ну, типа не я. Так понимаю, это вот это вот. А, так я же могу на мышке чувствительность поменять. На самой мышке. Так, ну я так понимаю, кнопок тут нету, что ли? А, нахрен с ним. No. Так, сейчас я поменяю. Но здесь мышка так болтается, это не особо, не очень удобно играть. Ну ладно, думаю, привыкнем. Сейчас я еще чуть-чуть потише звук сделаю, это у меня слишком громко. На троечку, наверное. Ну вот, нормально. Нам надо отбежать от полиции, да? Тут драться-то можно как-нибудь? Можно всех распихивать. Чем-то на четвертую GTA-шку, потому что там примерно физика похожая. Такие двое сумасшедших ворвались, блин. Ой-ой-ой, меня стреляют. Ой, я убегаю от места назначения. Бежим обратно. Что-то я немного не то сделал. Зайти-то надо. Фига он его снес так. А, вот, за этим надо бежать.
Это кафе какое-то. Мы пришли тут, все разгромили. И ментов много здесь. И мы продолжаем убегать. Ну, в реальности что-то я сомневаюсь, что вот он так зацепился бы. И спокойно бы убежал от полиции. Все, попался. Ну и что сейчас со мной сделают? Хотелось бы, конечно, чтобы эта игра не была на мафию похожа, потому что на мафии свободного режима, к сожалению, нету. Там миссии выполнять надо. Ладно, сейчас посмотрим, что нам тут надо будет делать в тюрьме. Знакомого кого-то встретил. Fuck you. You know, 15 years to do that. You know, we're not kids anymore. Whatever, man. Ask anyone. Jackie Ma. Skip. It seems that the evidence against you has failed to appear. How do you explain that? You must be a very dangerous man, Wei Shen. That is exactly what we want people to think. I trust that my men weren't too rough on you, officer. You might ask them the same question, sir. Those guys are out of shape. It paid off, though. I made contact with Jackie Ma. Сказали ему, что он очень опасный. Good work. Вот эти вот лаги, это фрапс у меня. Новый кадр начинает записывать. Ну, вообще, вы можете даже не замечать их. American gangs, even Asian ones, don't compare to the triads here. The Sun On Yi is the most powerful gang. Не очень люблю такие вот моменты, когда скипнуть нельзя, и не особо интересно мне смотреть, как они там базарят. О, можно скипать все, отлично. Так, это что, его выпустили, да? Как драться-то вообще? Я хочу дать в морду вот этому. Это можно толкаться просто так. Нет. Че? Надо за этим идти было. Ну, понятно. Пойдем. Still getting used to being back, huh? Yeah. So Winston, the Red Pole now? All this territory is Winston's. The Dog Eyes is pushing in. If they're both Red Poles, shouldn't they be on the так, same side? Идем за ним. Куда он нас приведет-то вообще? Turns out, he's a greedy asshole too. На, графа тут напоминает графу из GTA 4. Я давно в нее не играл, правда, но примерно помню. Ну это потому что игра не так давно вышла. Какой-то бордель, что ли, пришли? Что это вообще такое? Сейчас, походу, будет мочило. Фига, блин, перепрыгнул такой. Как обезьяна. А, о, драться. Вообще комбо прям 5 раз нажать. Че они не бьют-то меня даже?
Кстати, он неплохо дерется-то. Только они почему-то не дерутся вообще. О! Толкнул меня. А, это типа тренировка, что ли, может? Поэтому они не убирают. Ну да, скорее всего, так и есть. Если мы зажмем левую кнопку, то вот получится вот такой вот удар. Комба. Еще какие-то приперлись. Пятеро. Все, мы всех положим. F. Так, F. Что нам дает F? А, захват. И E еще можно нажать. А, это перекид. Да, здесь неплохо. Приемчиков-то таких довольно много. Space еще. Так, что там на пробел нам дает? О, пнул такого. Да, вот такие вот драки довольно интересные в таких играх. Это вот нашего прессует. Его бы, конечно, надо было присануть. Все, забили его в угол. И сейчас забьем. О, фига он на стену башку. Вообще, этого бугая завалил. А, это что-то у нас вот тот дракон или это на свету просто? А, теперь мы должны были держать F и захват делать. Просто замочили его вообще. Да, он сдохнет тоже. А, или его туда что ли надо? За прилавок опрокинуть? Ну же вообще поплыл походу. Такое оружие вообще. Как его туда привести-то мне? А, во. Вот зараза-то. Сложно его закинуть-то туда. Бугаина такого. О, это было сурово. Да уж, я так думаю, игра будет прикольная. Если уже в первой миссии такая веселуха творится. Оу. You're welcome anyway. Come on, Jackie. Let's go see Winston. Here we are. Давайте пропустим. Нельзя. А, можно. Или это само пропустим. Просто не очень хочу это смотреть. О, еще надо кому-то драться. А, теперь правую кнопку. А, это блокировать удар, я так понимаю, да? Ну да. Нажимаем правую, и он блокирует удар.
Эти хоть дерутся уже. Во, сработало. Я нажал правую кнопку. Блин, задолбали эти лаги. Тридцать секунд что-то. А, продержаться что ли нам надо? Я сейчас замочат тут. Ой, кажется, замочили. Ай, блин. Если бы я знал, что надо продержаться 30 секунд. Вот с разбегу вся. Может, его убить можно вообще хоть? То они втроем на меня налетают, не очень честно. Одним приемом его так. Что, он какой-то вообще неубиваемый. Ну давай, когда там надо продержаться тоже. Ну это вообще просто бессмертные люди. Давайте подеремся с другим. И попробую наверх забраться. О, можно наверх. Ух ты. Может, этого качару можно завалить? Или нет? Да не, куда ты прыгаешь-то? Ай, не беги за мной. Mission failed. А-а-а, ну убежать что ли надо? Я что-то не понял, что делать-то. Пошел в жопу. А, нет, нам не туда. Или все-таки продержаться? А если вот так вот бегать? Они уже втроем на меня полезли. Сволочи. Надо с зажатой правой кнопкой драться, я так понимаю. Чтобы не пропускать удары. А, нет. Не срабатывает такое. Давай, 10 секунд осталось. Держись. Куда идти-то надо? Ай-яй-яй-яй. Фу, кажется, прошли. Как трус, правда, я поступил, но... Я и так уже не с первого раза прохожу эту миссию. Вон какой-то чувак вышел. And it was just getting interesting too. Winston, my old friend. Какой-то опасный, страшный. So good to see you. Типа, что вы ищете тут вообще? Что вам надо тут? Winston, wait. Brother, I just came to talk to you, man. Давай-ка тоже это пропустим. Я не хочу это смотреть. Так, все, да?